Привет, друзья, с вами ВВС. В предыдущем видео ты видел, как я взял топ-1 на геймпаде. Недавно я пересел на этот девайс и забросил клавомышь. Соответственно, за 2 месяца я добился вот таких результатов. А как играть, я все это уже много раз рассказывал на своих стримах. И в этом ролике я вам расскажу, как за 1 минуту быстро настроить себе цветокоррекцию в игре, чтобы увеличить резкость, четкость, качество, как в игре на вашем мониторе, так и на стриме. Соответственно, смотрите, настраивайте. Итак, с настройками, без настроек, с настройками. Для этого заходим в интерфейс настройки цвета. Фильтр 2 полностью на 100 его выкручиваем. Затем идем в графику, качество и... выбираем вот это. Сглаживание тоже меняем. Применяем. Это мы настроили четкость. С четкостью, без. С четкостью. Далее настраиваем цвет коррекцию. Соответственно, можем пойти в настройки монитора и выставить на вот такие значения ваш монитор. Тогда, соответственно, изменится насыщенность красок в игре. То есть у вас будет уже и четкая картинка, и насыщенные краски. А если вы хотите на стримах эту насыщенность применить, то, соответственно, вам нужно добавить цветокоррекцию к слою, то есть к игре, которую вы захватили, и выставить насыщенность, например, 0.3-0.4. Можно и больше, и на ваш вкус.